Короче, меня очень давно лишили прав за то, что поймали меня в тот момент, когда я пьяным, врезавшись в чувака, что буксировал меня, избивал его прямо на дороге. Да. Коль у меня остался всего лишь год до прав, этот сезон я не буду дубасить боком, а буду стенсером. Движухи, где люди платят деньги другим людям за то, чтобы их машины становились красивыми и налаченными, своими руками слепил какую-то ублюдину. Пусть это выглядит как колхоз ебучий, блять, да мне насрать! Это типа как самовыражение, что ли? Машина для души. Сейнгэнг – это сообщество людей, которые не привыкли жить по скриптам просто-напросто и делают это по-своему и как-то клево.